17 команд и только 3 победных кубка. Вновь на паркете People's Park баскетболисты со всей Сибири выясняют, кто круче. За год все ребята ощутимо прибавили в мастерстве, но особенно это было заметно в финале самой юной возрастной категории, где играют первоклашки. Команда «Юность» уверенно одолела Каменска 27-40. Порадовали и старшие. Буквально за минуту до сирены они вырвали победу у «Томичей». Улан-Удэ у нас одержал сегодня очень такую тяжелую, эмоциональную, но заслуженную победу, ну, как мы называем, спортсмены зарубят. Зарубились, и с преимуществом всего в 3 очка они победили наших гостей из Томска. То есть финал получился очень упорным. Перебивая друг друга, игроки улан-удэнской команды рассказали, как им досталась победа. Мы заняли первое место, заслужили победу. Правда, маленько было, надо было постараться. 5 очков была разница, мы проигрывали. У них хорошие игроки, все очень сильно играют. Они хорошо нападают и защищаются. Они вполне могли нас выиграть, но мы постарались и заняли первое место. Всех ребят наградили грамотами и медалями. У кого-то они первые в спортивной карьере. Отметили и лучших нападающего, защитника и центрового. Лучшим игроком турнира признали Артема Иванчикова. На следующий год организаторы обещают включить в турнирную таблицу и девочек-баскетболисток. Анна Зуева, Виктор Немаев. Новости дня.